Ну что, произвел для себя тест. Почему-то в 4К, видео 4К загружать на YouTube, видео трава, ну, вроде более-менее нормально выглядит. Какого черта, когда я загружаю видео 1080, HD, типа... То есть видео идеально выглядит, но когда загружаешь на YouTube, видео выглядит как кусок говна. Просто трава, просто одни пиксели. Для меня это на самом деле шок. Вот я решил записать видос в 4К, и трава, ну, более-менее выглядит. Согласитесь, да? Сейчас даже побольше загружу. А то где-то файл должен быть. Пусть там 20 гигабайт эти 10 секунд будут идти, но или там 40, не знаю, но. Так. Пусть где-то файл еще должен быть. Это то место, где я топ-2 тогда по полю прополз, через все поле и занял топ-2 в итоге, да? Еще поставить как трава. Потому что мне не понравилось на ютубе видео это о том, что трава вообще нифига не понятно. Просто какое-то месиво, блин. Сейчас по тесту в 4К и трава нормальная. Бред, конечно, какой-то непонятный. Зачем так сделали, вообще непонятно. Почему на ютубе так сильно сжимается качество, если это не 4К, блин. В 4К все нормально. Почему-то 1080 все стримят и все записывают обычно, да? Выкладывают, как бы на самом деле нормально должно быть, тоже хорошо. Идеально практически, но почему-то нифига, какой-то дерьмище получается. Ладно, ну, я думаю, все посмотрели, все видно, я думаю, как все хорошо работает.